Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу с вами поделиться еще одним рецептом домашнего сыра. Молоко и кефир наливаем в кастрюлю и ставим на огонь. Доводим до кипения. Время от времени перемешиваем, чтобы не подгорело. Разбиваем яйца, добавляем соль и взбиваем. Яйца добавляем в кастрюлю, при этом постоянно перемешиваем. Эту массу опять доводим до кипения. Как сыворотка отходит, выкладываем форму. Даем стечь сыворотки. Накрываем тарелкой. Ставим что-нибудь тяжелое. И убираем в холодильник на 5-6 часов. Достаем сыр из холодильника. Достаем из формы.
вот такой сыр получился. Восемьсот семьдесят грамм.